Это значит, у вас чувство собственного достоинства пошло вниз, он вам докладывает. Вы, значит, начали унижаться перед ним. Надо стать красивой, сильной! Женщина должна быть очень красивой, сильной, радостной. Ну, причем, ну, забрала вещи, отнесла, что стало лучше, что ли? Из-за его пьянок. Надо стать радостной, сильной. Вещи отнесла из-за пьянок родить, отлично. Но надо, для этого надо быть красивой, понимаете? Когда красивая жена сильно отнесла вещи, тогда... Я говорю, красивой надо быть. Чувство собственного достоинства женское, женщины, поймите, чувство собственного достоинства женское выражается в красоте. Если вы достойны, означает сильно люблю Бога, сильно люблю природу, сильно люблю детей, всех сильно люблю, радостная, счастливая, значит красивая. Это значит, все мужики будут падать с ног. Женщина красивая означает влиятельная, никто с ней ничего не может сделать, она красивая. Мужчина сильный означает, побеждает судьбу. Силы много, он победитель, тоже красивый. Если он победитель, он жене говорит, нельзя так делать. Она говорит, хорошо. Он сильный. Жена красивая говорит, иди, я вещи отношу к родителям. Он говорит, ладно, я бросаю пить. Потому что красивая жена, сильная. А вдруг она вещи отнесет к родителям? А она же красивая. И что дальше? Там куча всяких других людей появится. А она у меня такая красивая. Нет, я все бросаю пить. Станьте сильными. А если через 3 недели опять? Что через 3 недели? Выпил? Ничего страшного, он постепенно бросит. Ну все сразу. Вы не смотрите. Молодец. Вот видите, вот смотрите, судьба побеждает. Допустим, мужчина пьет, да? Мужчина, почему пьет мужчина? Почему он пьет? Потому что он не может расслабиться, снять себе напряжение. Мужчина пьет от неразвитости. Ничего страшного, он же будет развитым со временем, не бросит пить. А женщина как страдает от неразвитости? Вот мужчина пьет, а женщина, когда... Она не может снять себе напряжение. Что она делает? В депрессию входит, выносит мужу мозги, чувствует себя беспокойной, создает проблемы вокруг. То есть мужчина, он себе проблемы создает, да? Он наквасился, сидит, он не может снять напряжение. А женщина не будет пить. Она будет мучить всех. Потому что она напряжена. А что лучше, мучить всех или пить? Одно и то же. Разница нет. Просто женщина, она всегда права. Это она так устроена. Потому что она лучшая половина человечества. И поэтому что мужику остается, когда женщина лучшая половина человечества, не прощает его, не принимает, не любит, остается только пить. Вы поняли или нет, о чем я говорю сейчас? Пьянство мужчины означает безысходность. Всегда. А любовь и доброта строгую природу имеют, побеждает безысходность. И если вы ему строго и по-доброму сказали, давай будем меньше пить, это значит, что вы уже начали побеждать судьбу. Вы не со злобой сказали, не с отвращением, а вы сказали по-доброму и сильно. Это значит, что скоро бросит, потому что он является вашей судьбой. Это вы сами так делали раньше. И об этом я вам говорю всю лекцию. Не он пьет, а ваша судьба пьет. Поймите это, тогда вам легче станет сразу. Примите свою судьбу, отделите ее от человека. Не думайте, что человек виноват в вашей жизни, ваша судьба виновата.
Я являюсь свидетелем, я вижу, когда это было в вас. И вы сейчас через меня это тоже видите. И поэтому отстаньте от него. Он является вашей судьбой. Победите свою судьбу, он перестанет видеть. Это гарантия. А если не перестанет, Бог даст лучше. Ему же лучше, чтобы перестать. Когда вы победите свою судьбу. Поэтому не бойтесь о том, что делает человек. Побеждайте свою судьбу. Через доброту, через терпение, через служение, через строгость отношений с ним. Вы, жертвуя свои отношения, побеждаете свою судьбу. Так должны делать женщины. Они в отношениях побеждают свою судьбу. Мужчины в аскезах. Они начинают бегать, закаливаться, еле тягать. И так мужчина становится сильным. Мужчина, не служа обществу, становится сильным. Начиная работать над собой. А потом у него появляются силы служить обществу. Он сначала становится сильным, а потом отдает себя родине, там, людям и так далее. Мужчина так должен делать. А женщина сначала отдает себя. Она сначала заботится, а потом становится сильной.